Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и продолжаем играть The Final Station. В данный момент мы прибыли в какой-то город, и в данный момент мы идем осматривать все, что здесь есть. И надеюсь, что меня здесь не завалят. О, ничего нету. Странно. И вот я на самом деле ожидал, что здесь что-то будет. А ты не можешь отпроситься у начальника? Скажи, что у нас годовщина. Я не могу, он ушел сегодня раньше. Сказал, что у него важное дело на набережной. Как-то он зачастил туда в последнее время. Зачастил туда ходить. Прикольно, кстати, такая локация такая. Чисто деревушка. Больше похоже, по крайней мере, здесь. Не знаю, что дальше. Ну да, видите, деревянные домики. Амбар даже чисто похоже. Никого нету. Так, хорошо. Записка. Джо, у меня все получилось. Офигеть! Увидите эту ногу? Что за фигня? Он работает. Теперь совет обязан допустить меня к работе над стражем. Я оставляю дом на тебя. Продай его, если хочешь. Мне без разницы. Как доберусь до метрополя, отпишусь. Охренеть. Вы видите это? Какой-то бот вообще. Охренеть. И зомби нету. Вот что странно. Это все дельта-проводники, что он... это все дельта-проводники, что у нас есть. Я не знаю, что ты строишь, но удачи тебе. Ингмунд, магазин Электрон, первый круг, метрополь. На, как, получай. Офигеть, я не знаю, что это такое. Для чего он нужен, этот робот? Надеюсь, он на меня не пойдет. Так, здесь тоже пока ничего нету. Здесь есть люк, но мы опять не можем его открыть. Странно. Значит, мы выберемся из этого люка, значит, мы опять пойдем в подземелье. Два. Эй! Все, изи-бризи. Холодильник опять, бутылка пива, еда. Еда, это очень важно. Эй, вы что тут делаете? Алло. Офигеть. Говнюк. Он... Я сейчас буду вылазить и по одному выстрелу. Чтобы этого засранца убить. Этого там можно убить без проблем. А вот, то есть того, кто не бегает. А вот этого, видите, вот так мы сделали. Отлично, кстати, придумал. Хорошо. Правда, он меня один раз ударил, засранец, ну ничего. Идиот, которому мы сдавали комнату наверху, украл у нас две книги. Я отправляюсь в полицейский участок. Я это так не оставлю. Так, мне кажется, там идиот этот сидит. А, нет. Опять этот псих. Сны повторяются. Моя следующая цель — Ристель. Я слышал, что там живет старик, заставший первое посещение. Это помните тот старик, тот самый, да? Заставший первое посещение. Если мне удастся встретиться с ним, я уверен, он поможет мне сдвинуться с мертвой точки. Вот так вот, вот так вот. Так, сюда мы не можем. Хорошо. Ну что, сейчас кто-нибудь выбежит. Козел. Испугал только меня больше. Они какие-то были на намного сильнее, чем обычные. То есть из четырех выстрелов умирали вместо трех. Хорошо, ладно. Передай Джеку, что я не планирую давать в прокат свою машину. Она у меня одна, и он не представляет, сколько я трудился, чтобы получить ее. У них что, больше нет такси в Ристеле? Так, металлолом забрали, хорошо. Наверху тоже по-любому кто-то есть. А вот и нет. Хотя, может быть, здесь есть. Да. Здесь есть взрывоопасный парень. Зря я взял стул. Зря, на самом деле. Так, давайте валите отсюда, чтобы... Охренеть. Из-за всего этого у меня теперь хп нету. Сраный стул. Вот надо же было его взять. Мне кажется, что мне даже понадобится вот сейчас. Ну ладно, уже что-то поздно. Об этом думать. Бум. Патронов все меньше и меньше у нас в пистолете. Ну, какая-то мертвая девушка. Или, может быть, бородатый мужик какой-то с черными волосами. Марта, пусть подождут в приемной еще час. У меня есть срочное дело в кладовой. Так, срочное дело в кладовой. А где у нас кладовая? Так, есть туалет, хорошо. Сейчас, по-моему, кто-нибудь выбежит, я готов. Раз. Хорошо. Идеально. Изи-бризи. Так, ну что, патрончиков у нас еще целых 8 штук.
Так, здесь опять у нас подвал, который мы опять не можем открыть. Дорогой папа, я понимаю, работать кассиром очень тяжело. В твоем возрасте, но это единственный вариант, который у нас сейчас есть. Как только мы поженимся с Марком, мы заберем тебя жить с нами. О, привет. Кто ты? Ты убил их? Нет, наверх пробрались двое или трое. Хорошо, жду на поезде. В общем, у нас еще один. Еще один парень, который поедет с нами. О, рыбак. 4752. Хорошо. Так, мы там рыбу не поймали случайно? Плохо. Я уж думал, может быть, еда у нас таким образом будет увеличиваться. Коробочка, хорошо. Бэм. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С такими, блин, ударами я скоро стану каким-нибудь Тайсоном. Или даже того лучше. А, вот, смотрите. Здесь я... А, он здесь заперт, нифига себе. Он даже изнутри заперт. Так. Бежим, 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 бежим. Я уже. Господи. Ну, кто мог знать, что так получится. А я не убегу от него. В общем, проблема. Надо сразу два раза у него стрелять, получается. Случайно нажал на букву Е. Так. И все. У меня осталось всего лишь два чертовых патрона. Так, тут еще мертвецы. И, кстати, опять люк. Не знаю. Кстати, я, возможно, через него мог выбраться, но что-то я не обратил на это внимание. И как мне с ними просто драться? Вот как? Бегать от них и кулаками их фигарить. Получается только так. А, я здесь начинаю, хорошо. А заметьте то, что я бежал сейчас вперед, но они меня все равно продамажили. Unreal. А, у меня 12 патронов, господи. О-о-о. У меня же еще дробовик есть, как бы. Давайте, наверное, дробовик используем. Да, с дробовиком, конечно, полегче будет. Я просто забываю, что у меня есть дробовик. И мне, кстати, сказали, что можно юзать аптечку. Но я ее юзать не буду, потому что вы сами знаете почему. Она нужна. Она будет нужна. Так, мы что-то сюда не поднялись, странно мы сделали. Так, здесь у нас еще один раненый. Привет. Там точно безопасно? Ты можешь это гарантировать? Хорошо. И все, мы еще одного парня подняли к себе в состав. Поставили, не знаю, пригласили, в общем. Так, вперед. О, я ему в голову попал, и он сразу взорвался. Я действительно так работаю? По-моему, в того ты тоже стрелял в голову, но ничего с ним не происходило. Так, что это? Как сэкономить и заработать миллион? Отличная книга. Ну тут вообще никак. Нужно, короче, подниматься наверх, иначе я просто-напросто взорвусь. Так, мы где? Здесь люк сразу открывается. А он заперт, он заперт. Давайте тогда попробуем. А, так получилось, видите? Странно даже как-то. С пистолета он не взрывался с первого раза. Так, и здесь у нас еще одна лестница. Так, в принципе, здесь в этом городе у нас абсолютно ничего нет такого интересного. И только через этот люк мы смогли выйти. Все остальные люки, они были неактивными какими-то. Так, этот робот мы не можем ничего с ним сделать. И использовать его не можем, к сожалению. Было бы прикольно, если можно было на нем покататься или еще что-нибудь такое. Так, ну вперед. Я думаю, что нас больше никто здесь не потревожит. Отлично. Так, и надеюсь, сейчас никто не сдохнет. У меня, в принципе, есть аптечка. Ну, то есть я 100% не сдохну, а вот мои пассажиры... Мои пассажиры там уже голодают и... истекают кровью многие. Так, что у тебя? Пол хп. У тебя тоже пол хп. Ой-ой-ой. Быстрее, 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 быстрее. Так. Ну, у тебя-то, блин, в принципе, не так быстро будет уходить хп. Так что все хорошо. Он с луны упал? Практически. Ну, то есть.
Кто-то не знает, что здесь вообще происходит. Вот он, не знаю, какой. Так, давайте ему хилку дадим. У нас, кстати, аптечек довольно-таки много. На, забирай. Что у нас здесь происходит? Рычаг опускаем. Хорошо. Ну, теперь в убежище или в метрополь. Я не знаю, куда мы идем. Думаю, в убежище, оно ближе. Но я хочу увидеть стража. Страж в метрополе, я так понимаю. Я тоже хотел бы его увидеть в деле. Я даже не знаю, что это за страж такой и что он будет делать. Так, это, в принципе, настолько же почти есть, сколько и этот. А у нас всего лишь две еды, да, осталось. Посмотрим, у кого больше хп. ХП у этого фул, а у этого меньше. Так что давайте, наверное, его помучаем. Пока у него ХП будет уходить. У нас, в принципе, есть. Я ж могу скрафтить еду? Вроде бы нет. Вроде бы только патроны крафтятся. И аптечка. Так. Патроны для пистолета мне нужны. Аптечка. В принципе, давайте аптечку создаем. Патроны для пистолета. Хорошо. Мне кто-то что-то написал, но мне сейчас не до этого. Мне нужно покормить парня одного. Это пускай мучится от голода. А это пускай хавает. Так, и этого надо, наверное, будет подхилить сейчас. Вот. Посмотрим, что мне там напишут. Тим Лэнг. Тим на месте? Ты переключил мой маршрут. Тим. Это не Тим. Все, останавливаемся. Потом уже решим уже в следующей поездке, кого мы будем лечить, а кого мы будем кормить. Что за фигня? Почему здесь так, черт возьми, темно? Охренеть. Я чувствую, что здесь нас ждут хорроры. Пусто. Джош, я хотел предупредить тебя. Ходят слухи, что в следующем месяце к вам может приехать инспекция. Надеюсь, проблемы с вентиляцией решены. Так, пистолет, хорошо, еда. Раз, два, три, четыре. Я не знаю, будут ли здесь еще какие-то инфицированные. Здесь пока что всего лишь три типа. То есть быстрые. Быстрые, обычные. Штаны с него взяли, неплохо. И еще бронированные. В принципе, они пока что не особо сложные для меня. Так, что у нас тут? Зомбаков нету? Нету. Здесь у него какой-то ключ был. Интересно. Здесь больше никуда нельзя пойти, да? Вроде бы нет. Все, поднимаемся. А, нет, не будем подниматься. Здесь еще одна дверь. Шкафчики. Фух, я уже думал, в каком шкафчике справиться с каким-нибудь зомби, потому что слишком темное место, и мне казалось, то, что нас будет пугать. Но пока что нас никто не напугал, и это отлично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таблеточки. Хорошо. Генри, есть информация, что уже через две недели на нашу станцию прибудет инспекция. Постарайся привести кухню в нормальный вид. Нормальный вид. Генри. Так. Вы слышите этот звук? Что ты меня пугаешь, говнюк? А это что такое? Почему оно все движется? Что? Нет, мне не нужно метрополь. А что за фигня? Почему ты так спокойно себя ведешь? Сиди, главное, спокойно, как будто здесь ничего не происходит. Ты точно не зомби? Это очень странно. Охренеть. Надо в этого стрельнуть, чтобы он там взорвал всех. Нахрен. Могу в него попал. А он не взорвет все равно, да, всех? Там двоих или троих задел. На принципе, с ними-то справляться легко, так что ничего особенного. О, мы даже с этим не можем ничего сделать. Что у нас в ящике? Старые книги, тряпки, патроны для ружья. Так, это что у нас? Слушай, я понимаю, но я получаю тут неплохие деньги. Никогда меня не слушаешь. Мне нужно идти, через неделю у нас будет инспекция. Все понятно, в общем. Парень, видимо, говорил, что нужно свалить отсюда. А девушка, я не знаю. А этот говорил, да не. Типа, есть деньги, получаю.
Я ж не просто так здесь работаю. Странная комната. Странная. Люк. Хорошо. Хорошо. Опять жуткие звуки. Никого нету. Здесь какой-то лифт вообще. Я не знаю, может быть, мы летаем здесь. Я не знаю, вообще, что происходит. Но происходит какая-то жесть, если честно. Хорошо. Я уже боюсь даже шкафчики открывать. Думаю, что оттуда что-нибудь там улетит. Странные звуки, очень странные. Там точно ничего не было? Надеюсь, точно. Угу, скоростные здесь есть. Эй, скоростной. Не попал по скоростному. О, дерьмо. Улети, улети отсюда. Здесь никого нету. Здесь все нормально, можете не проверять эти комнаты. В принципе, с этими-то я могу справиться, наверное, да? Так. Здесь какая-то бочка была, вообще можно было бочку стрельнуть, но что-то я, как всегда, обратил на это внимание только в последний момент. Заходим сюда. Здесь ничего. Записка. Боб, я уже говорил, проверка будет через два дня. Тут через две недели, тут через два дня. Ты хоть понимаешь, что если вентиляция отключится, мы все погибнем тут. Видимо, вентиляция отключилась. Привет, дружище. Правда. Так, здесь нет двери. Спускаемся. Мой друг стоит здесь, что-то ждет. Так, это что такое? Ой-ой-ой. Слишком атмосферно стало, Ташка. Тихо, тихо, тихо. Так, не забудь поставить замок на эту дверь. На склад будет только... На склад будет вход только по пропускам. У меня есть ключ. О! Я не знаю, что здесь происходит, ребят. Вообще полная какая-то жесть. Там какие-то все движется, что-то луна теперь здесь. Я офигеваю вообще. Так, ходим. Отлично. Красивый вид, кстати. Опять какой-то дом. Я не знаю, как это вообще происходит. И мы оказались, в принципе, там, где мы и начали. Ладно, пришлось потратить патрон. Привет, дружище. О, боже! Только скорее. В общем, он захотел быстрее уехать отсюда. Так, это у нас что такое? Это мне показалось. Я думал, это можно подбирать. А, нифига. Вон еще один друг нас ждет. Ходим, ходим, ходим. Взрывайся. Я же говорил то, что там люк. Как всегда нас. Вот так вот. Заставляет весь уровень пройти, и только в самом конце мы видим только эту бумажку. Ну, в принципе, да. Иначе бы никто в нее не играл эту игру и просто быстро брал бумажку и ехал бы дальше. Лиза, меня уволили. Инспекция нашла 54 нарушения. Всего лишь это 54. Я не буду дожидаться официального увольнения, уеду отсюда с первым же поездом. Пошли они все к черту. 6774. Хорошо. Так, мы здесь. Уходим. Какая-то странная тема. Вообще какое-то темно все. Здесь какая-то балка, как будто мы находимся прямо в здании каком-то. В общем, непонятно, непонятно, ребят. Лично для меня непонятно вообще, что да как здесь вообще происходит. Непонятно. Там все движется, что-то какая-то фигня происходит в этом здании самом. Потом там луну мы видели, этого я не знаю. Это вообще нормально? По-моему, нифига не нормально. Мне стало хуже. Да не обманывай меня, я вижу то, что тебе хорошо. Конечно, я сейчас тебе дам аптечку, несы. Так, здоровье есть, здоровье есть, здоровье. Мало у этого парня здоровья. Блин, этого покормить, конечно, надо будет попозже немножко. У этого кровотечение тоже, ох. Теперь вы двое сейчас с кровотечения. Так. Смотрим, что там с моими парнями этими всеми. Пассажирами. Так, это, в принципе, еще живой. Это с этим что? Все хорошо пока. Этот пока что жив, но, видите, тоже в полумертвом состоянии почти. Но этому нужно лишь дать похавать. Так, похавать, 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 но обязательно нужно будет сначала дать похавать это. Иначе он просто-напросто сдохнет. Никакого кровотечения нету. А, у меня еды много. Я только что насобирал, получается. Так, ладно, кушай на здоровье.
Этому надо будет раньше давать аптечку, чем вот этому. Хорошо. Здесь ничего не происходит. Кстати, мы можем чем-нибудь скрафтить-то вообще? Аптечку? Да, можем. И патроны для пистолета. Ладно, берем аптечку, иначе он сдохнет, этот парень. Так, и этому парню тоже надо будет и дать похавать, и дать аптечку. Ну, сначала надо похавать. Все, похавать. То еще и сдохнет ненароком. Мы тогда и деньги получим такие. И аптечку. Я уже бегу, дружище, не беспокойся. Так, этот сыт, а вот этот голоден. ВХП еще мало. Да не аптечка мне нужна, а еда. Давайте его покормим. Я не знаю, глупо я сейчас делаю или нет, потому что я могу уже остановить поезд. И останавливаю. Опять темная какая-то станция. А выглядит все, как будто мы в каком-то метро находимся. То есть, как я и говорил, в каком-то помещении. Блин, это лес какой-то? Охренеть. Мне страхово, ребят. Мне страхово, действительно. О-о-о! Всем привет! Чем больше уцелеет, тем больше мы сможем использовать. Арманд, они это прекрасно понимают. О, привет! Я же говорил, скоро увидимся. Как он попал сюда? Это место вне... Это из-за поезда? Я говорил о нем. Не хочешь выпить? Тут осталось немного. Поезд? Он же везет кристалл. Я кристалл везу вот этого сюда. Для робота этого большого. Так, почему нам не забрать его сейчас? Для стража, если вы не поняли. Мы не можем вмешиваться сейчас, еще рано. Ах, да, ты на службе забыл. Мой персонаж не любит разговаривать. А он соображает. Ха-ха-ха. Это ничего не изменит, машинист. Арман, думаю, лучше вернемся к делам. Да, конечно. И что они типа вернутся к делам и все. Это так и должно было быть. Ой, жутковато эти, если честно. Какие-то сосны, деревья. И вот записочка. 8-4-9-8. Ладно, ребят, на этом закончу. Надеюсь, вам понравилась серия. Надеюсь, вам нравится эта игра. Надеюсь, я до конца пройду все-таки. 8-4-9-8. А с вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Там вся информация по совместной игре вместе со мной. Вообще, обо всем информация выходит именно там. Ссылочка в описании или в шапке канала. С вами был Лекс. Всем добра!